Придурок, развяжи! Егор, я же говорю, не придет она. Пойдем со мной. Я сейчас пойду на первый номер, ладно? Привет, можешь с тобой познакомиться? Давай. Егор, давай одевайся, нам уже идти надо. Куда? Пойдем. Слушай, погнали сегодня куда-нибудь. Ты что думаешь, Арсен? Ну, не знаю, посмотрим. Давай, может, идем. Я закажу сейчас. Ой, ребят, что-то шло прихватило. Тогда мы вдвоем пойдем, а ты лечись. Привет. Тугар, можешь тебя на пару слов? Да. Мы же с тобой договорились сегодня погулять. Я еще сливаю, и мы идем. Серьезно? Брат. Киношка? Давно не было. Да я с собой денег сегодня не взял. Да ладно, я плачу. Чего? Здравствуйте. Сегодня я буду вашим официантом. Что-нибудь выбрали? Я пока что определяюсь с выбором. Может быть, вы определились заказом? Да, я определился. Дайте мне стейк и цезарь с креветками. Да, хорошо. Да, и кстати, ваш заказ за счет заведения. И еще, вон та девушка хочет с вами познакомиться. Здравствуйте. Ну, привет. Ты мне очень понравилась. А, сейчас, секунду. Алло. Привет. Да, привет. Я тебе тут денежку на счет перечислила. Спасибо, мамуль. Ты же помнишь, что я тебе на университет? Не забудь оплатить. Да, я тебя понял. Молодой человек, мы ошиблись. Ваш заказ вы оплачиваете сами. У тебя что-то случилось? Я, конечно, извиняюсь, то, что вмешиваюсь. Егор, не мог бы ты мои деньги отдать за кино? Что он там пишет? Да вот он, говорит, подходит уже. Вон он идет. Самый знакомый, это мои двоюродные сестренки, Настя и Настя. Привет. Меня Арсен зовут. Приятно. Очень приятно. Меня Егор зовут. Мы сейчас придем. Вы чё, Казанова, я не понял. Это мои сестры вообще-то. Ты чего, Санёк, они красивые? Не надо так на них смотреть. А то что, Санёк? Я тебе... Мальчики, может, пойдем погуляем? Отличная идея. Hold me down just a little. Can we meet in the middle? This love ain't just like a riddle. Na-na-na-na. Let me know if you're in it. Cause I can't tell just what the hell you want. А, вон оно что, да? Выбирайте, либо брат, либо они. А вы, пацаны, ясно с вами? Привет, у меня для тебя сюрприз. Та-дам! Спасибо большое, Саш, ты на меня сегодня столько потратил. У тебя что, свой бизнес? Нет. А квартира есть? Я с мамой живу. А машина? А что, это важно? Девушка, я послушал ваш разговор. У меня свой бизнес, своя квартира в центре. Может, со мной прокатишься? Пойдем познакомимся с ними. Пойдем, пошли. Смотри, они за нами идут. Они что-нибудь специально. Девушка, у вас упала. Спасибо. Не подскажешь, сколько времени? Без четыре. Слушайте, а вы тут это, ну, тут часто гуляете? Да, да, мы тут живем. Вообще не живем, тут вообще не часто появляемся. Ну да, да. В следующий раз увидимся. Ну, да, 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 до свидания. Ну ладно, да. Подпишись на мой инстаграм.
думаешь, она придет? Нет. Как я вообще выгляжу? Да нормально, братан. Я вообще да точно, да, хорошо выгляжу. Успокойся, это реально нормально. Где она уже, а? Алло, привет, Славик. Ты уже в парке? Да, здесь. Я возле фонтана. Все, давай, сейчас подойду. Ладно, я к своей. Не спать, что все получится. Улетишь, братан. Ты кто такой вообще? Да это не важно. Ну вообще. Знаю, я знаю. Смотри. Это Баду. Что там можно делать? Там знакомишься и находишь себе девушку. Да ладно. Нифига себе, сколько тут девочек. Вот это я понимаю приложение. Классное приложение, ты мне посоветовал. Ничего себе. О! Привет, это ты меня лайкнул. По ходу работы. Привет. Ну тогда пошли погуляем. Пойдем. Это реально ты? Гон, слышь, здорово! Здорово, пацаны. Чего подметаешь ты здесь, а? Пацаны, работаешь, да? Нет, слушай, ты как в детстве мечтал? Ну нормально, у тебя работа. Устроился, да? Да не, пацаны, вы. Да ладно, не оправдывайся, Саша. Не, вы не так поняли. Да красавчик, устроился. Пацаны, а вы тут что делаете-то вообще? Что за бред? Да мы тут по работе пришли. Ты здесь работаешь, можешь хозяина позвать. Пацаны, так это же я, хозяин. Это мое все. Весь этот дом, ты мой. А то я дворников уволил, как раз новых ищу. Вы типа объявлению. Да. Пойдемте. Давайте, чаем вас угостим. Девушка, стойте, девушка, стойте. Где она, братан? Вон, вон, вон. Молодой человек, помогите, пожалуйста, там два парня за мной гонятся. Помогите же. Сколько? Ты сказал, их двое? Да стой ты! Опа, спортсмен! Yeah, bitch, making nasty. Tongue down the throat while the other bitch gagging. Yeah. Yeah. Человек такой храбрый, а пойдемте прогуляемся. Bend it over, make you touch your toes. О, привет, Свет, как дела? Привет, пошел в жопу, сосед. Парень, подскажешь дорогу до университета? Конечно, дружище. Идешь сейчас прямо, да? Заворачиваешь там. Идешь в жопу. Давай. Подскажешь, сколько время? Время? Время идти в жопу! Сейчас ты наш урок. Сейчас ты наш урок. В жопу твой конкурс. Молодой человек, вам помочь? Иди в жопу с твоей кумой. Готовишься к экзамену вообще, нет? Нет, вообще почка, я не готовлюсь. Я в Counter-Strike играю. Said some things to you. If I said too much, I know you're mine. Подъем! Встали быстро! Чё разлеглись? Пацаны, я надеюсь, это сон? Равняйсь! Бегом, марш! Я же говорил, я был к ЕГЭ готовиться! Кто слабак, а кто боец? Кто герой, а кто подлец? Испытай, проверь на вкус силу слов и прочность чувств, пока звучит мотив. В жизни есть мотив. Да пацаны, ты как шляхта, а? Не можешь такого быть! Я на уроке сейчас сидел! Я дома вообще спал! Может, это сон? Я хочу сдать экзамены, я сдам их!